Они не прогуливают тренировки и могут похвастать своей формой в любое время года. А все потому, что собравшиеся на международной конвенции «Фит-Урал» профессиональные инструкторы. Конвенция «Фит-Урал» проходит уже в 17 раз. В этом году лекции, воркшопы и мастер-классы представили преподаватели из Италии, Испании, Франции, Германии, Москвы и Ростова-на-Дону. За порцией новостей мирового фитнеса отправилась и съемочная группа «Beauty Time». Фитнес – это такой же бизнес, да, это такая же среда, которой нужно учиться, которой нужно себя повышать, свой профессиональный уровень. Без этого нельзя. Нельзя оставаться на той ступени, которая была 5 лет назад. Потому что все по-другому. Все, если сравнить то, что мы делали 5 лет назад, то, что мы делаем сейчас в зале, ну, это совершенно разное, все разное. От аэробики разное, степы совершенно другие, техники, методики, все поменялось. Можно смело сказать, что сегодня фитнес стал доступнее во многих смыслах. Это связано не только с открытием большого количества студий и центров, но и с тем, что при желании им могут заниматься люди в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки. Появилась больше осознанность в фитнесе. Получается, фитнес начинает опираться на научные основы, очень становятся популярны реабилитационные техники, 3D-анатомия, анатомические поезда, а также, конечно, массовые тренировки, которые всю жизнь у нас были, те же степы, пампы, силовые, они, конечно, остаются на пике, они просто меняют формат. Очень сейчас моден пилатес, у нас будет по пилатесу большие сессии, тоже продвинутого уровня. Поэтому, потому что пилатес – это тоже осознанная техника, и, соответственно, все, что вот связано с разумным телом, набирает прям большую популярность, и очень популярно и у тренеров, и у клиентов. На конвенции моя идея состоит в том, чтобы преподнести классический пилатес, как он был создан самим Джозефом Пилатесом, и показать, что каждый может попробовать, потренироваться, а также вести в таком стиле. То есть будет классический набор упражнений. А второй урок можно его назвать как более артистический, художественный. То есть там будет больше упражнений, которые больше нигде не найдете, которые придуманы мной. Интересны связки между упражнениями. То есть будет постоянное движение и, ну, такой в стиле, можно сказать, гимнастики, ну, для всех. Pilates, there is a method. Для меня пилатес – это фундаментальная наука, и мне важно объяснить, что это не просто набор упражнений. Это гораздо больше, это образ жизни. Что нравится в России, многие увлекались аэробикой и гимнастикой, поэтому они очень сильные. А тем, кто думает, что пилатес – это нечто мягкое или, скажем, слабое, будет удивлен, потому что я покажу класс, супергерой, и все увидят пилатес совершенно с другой стороны. Принцип разумного фитнеса в том числе и в совмещении разных направлений, благодаря чему мы быстрее узнаем, к чему склонен наш организм, и чтобы все тело было включено в активную работу. Я работаю персональным тренером и считаю важным, чтобы люди соединяли и групповой тренинг, и тренировку в зале, потому что на групповом тренинге вы можете провести функциональную тренировку со стрейчингом, йогой и так далее, а в зале вы можете взять то, что вам пригодится для других видов тренинга. Поэтому я предлагаю комбинировать и то, и то. Естественно, многие люди приходят в фитнес, потому что это модно и популярно, но самая главная идея, которая стоит на вершине всего, это фитнес как здоровье. Сейчас набирают популярность наравне с фитнес-залами занятия на улице. Или открываются совсем маленькие студии и бутики в Европе и Америке, так как людям нужны разные направления, и они это получают. Главное, чтобы все это приносило здоровье. 3 дня фитнес-конвенции не только повысили знания уже в знакомых направлениях, но и открыли участникам новые. Тренировка называется амортизатор эластибанд, направлена на укрепление мышц спины, разгрузку спины и вытяжение. Люди будут иметь положительный эффект, те, у которых какие-то проблемы с позвоночником. Тренировка снижает нагрузку на суставы и максимально увеличивает подвижность наших суставов. Здесь мы не преследуем задачи встать в какую-то позу или сесть на шпагат. Здесь мы преследуем задачу разгрузить позвоночник, чтобы человек почувствовал себя лучше, может быть, какие-то блоки у него ушли. Как известно, самое важное в фитнесе – не достижение высочайших результатов, а поддержание организма в спортивной и здоровой форме. И судя по аншлагу на «Фит-Урале», специалистов, готовых в этом помочь, в нашем городе достаточно.